Привет-привет, ты на канале Triple A, с тобой Рэй, и это, наверное, такая неофициальная серия, возможно, так это назовем, потому что я не уверен, что оборона, да. В принципе, я бы попробовал бы на обороне, возможно. Здесь, кроме этого, еще есть оборона, диверсия, мобильная оборона нет. Оборона В-35, отлично. Зачистка, захват, выживание. Выживание 25, выживание. Ну, попробуем, короче, оборону. В общем, говорил же я по поводу этого, того, что попробовать сделать второй аккаунт и типа погонять, короче, в два аккаунта. И вот как раз таки получается сейчас, возможно, я этим и займусь. То есть у меня сейчас получается вот второй аккаунт. Ну, это больше, наверное, актуально для, я не знаю, как сказать, для, ну, только вот обороны, ресурсы, все такое. Но я даже еще, честно говоря, не знаю просто для чего это и надо ли оно мне. Так, есть. Не знаю, надо ли оно мне вообще. То есть, как сказать, в том плане, что будет ли от этого такой прям какой-то толк интересный. Вот, но как бы чисто потестить ради интереса. Так, где мой... В смысле, фазовый спектр, он вообще один, что ли? Все, типа, больше его нет. Что-то как-то вас дофига, вам не кажется? Не понял я единственного этого прикола, конечно, типа... Четырехзвездочный он один раз вызывается? Давай вызовем целителя. Удерживай позицию. Не знаю, как бы, в чем, есть ли смысл или нет в этом смысла. Чисто так, что ли? Вон, гоняю я вон тут. Ну, тебя не видно, конечно, скорее всего. Просто смотреть нужно от другого окна. Вот я бегаю, получается. О, дамага у меня, конечно, просто божественное количество. Ладно, лучше, чем просто стоять и ничего не делать, я не могу в данном случае. Будем жечь всех. Сейчас быстренько все пособираем. Так, мышка, только ты, главное, ты не тупи. Так, сейчас подвинемся так, чтобы было удобно. Конечно, по-хорошему можно кого-то такого полезного, типа, блин, надо было сделать этот аккаунт раньше, когда гидроид был. Тогда бы в этом было бы гораздо больше смысла. Но не факт, что вообще эта серия выйдет, не факт, что я выпущу или выпущу, но выпущу так в неочередное время, так это назову. Чисто в рамках общего развития, назовем это так. Так, сколько мы стоим? Это третья волна всего. Ну, либо вот, если Воконга сделать каким-то образом, нафармить, тогда, может быть, еще как-то можно будет. А так, я не думаю, что что-то полезное может из этого выйти из всего. Ну, типа второго Воконга, потому что, получается, призвал, также встал
И все, и два Вуконга. Также Игнис, и нормально. Вот, и не запариваешься. Ну, в общем-то, видно будет. Так, еще кикнут меня. То есть ни одного кристалла Аргона, да? Я правильно вас понимаю. Ну, либо Лимба того же. Ну, в принципе, короче, можно пробовать играть в два экрана. Я не знаю, правда. Того же Аберона собрать. Некроса в идеале. В идеале некроса. Просто кастуешь на выпад всякой фигни и все. Ринен было бы неплохо на усиление кастовать. Ну, короче, много чего можно, но единственное, что неудобно, все-таки это два экрана. А два экрана это никогда неудобно. И не было, и не будет. Так, а что-нибудь выпало вообще? Ну давай, остаемся. Ну-ка. Ну так. Что-то типа кредиты падают. Что-то типа происходит. Ладненько, быстренько пробежимся по карте. Глянем, может, что выпало. Надеюсь, он выживет пока что. Ну, вроде пока живет, а они отбьют уже. Стекляшки бьют. Все, больше не бьют, да? Что-то там спереди, возможно, выпало. Да, тут кого-то поубивали. Ну такое, короче. Не понял, что убили моего уже помощника, что ли? Не, нереально его убить, я так думаю тоже. 28. Ну, почти ранг увеличили. Но зато не выбили ничего полезного. Совершенно ничего, ничего, ни в каком виде ничего. Да, что это я парю? Надо взять просто оружие ближнебойное. Тогда все гораздо легче будет. Типа она же будет отражать, по идее. Да, вторым аккаунтом я взял Mac, не знаю. Если в сентябре будет стрим где-нибудь, то возможно я пройду все для стрима заново за Mac. Глянем, видно будет. Каким боком вылазят оранжевые эти? Криты. Блин, спектр фазовый один раз, странно. Точно или просто здесь нельзя такого вызывать? Зачем мы остались, если все равно ничего не выпадает? Типа, в чем прикол? Ну-ка, и что, идет опыт? Ну, вроде идет чуть-чуть.
А, по идее же я могу за нее побегать, все собрать, точно. Так, вы, конечно, извините, я пока вторым экраном бегаю за мэк, собираю шматье, которое выпало. А тут полная карта шматья, поэтому пока что развлекаемся. Быстрое мышление. Почему главное мне не выпало быстрое мышление, а ей выпало быстрое мышление? Как обусловлено вообще принцип выпадания шмоток? Ну, отлично. У нее 11 ранг, все, по-моему. Так, для плети стойка выпала. Ну-ка, у меня выпало разве? А, быстрое мышление, да. Ну-ка, а что это? Тратит энергию на предотвращение смертельного удара с 40% эффективностью. Странная штука, ну ладно. Допустим, она типа мне нужна. О, кристалл аргона, ну хоть один. Ну-ка, вот подобрал кристалл аргона. И кристалл аргона тоже будет? Да? Ну ладно. Фармить кристалл аргона так и будет удобно. Если еще можно будет их выторговывать, то это нечестно, но эффективно. Ну, нечестно в том плане, что, типа, можно лесов в два раза больше собрать. Давайте, давайте. Не прокидывают ей дамаг, смотри. Я не знаю, видно будет. Может быть, я буду какие-то серии снимать от ее, ну, от лица второго ака. Как бы мы это все разберемся, решим. Так, ладно, соберем тут все, что выпало. Типа, что-то не выпадало. Что-то Меган стоит. Надо было назвать вообще, короче, Меган Фокс. Так. Было бы хотя бы ржачно. Так, здесь ничего, да? Чем мы остаемся? Ну давай останемся. Давай, давай останемся. Может быть, еще один кристалл аргона получим. Сколько мы здесь стоим? 12 минут. Нормально. До двадцатки достоим. Так, ладно, короче, погнали всех глушить. Пока живем. Ну, прям это чистая оборона, потому что тут еще Мэг стоит в АФК, грубо говоря. Чё, пулеметчица столько жизни, что ее не пробить? Так, не вижу, где мой помощник стоит. Да, есть, есть, имеется наличие такой. Ну, целитель штука бесполезная, конечно. Не знаю вообще, что он там делает даже. Вот, смотри, он даже что-то отражает там, типа. Ладно, сходим, все соберем. Пока волна, типа, закончилась. Окей, так, поменяемся местами.
Значит, сходим сейчас за Мэг, все соберем. Прикольная штука у нее, то, что она с собой можете тащить. Так. Чтобы вы понимали, на ноуте идет, короче, вообще, ну, типа на минималках. А-ля 720p. Так, отлично. Вернем Мэг на место. И можно гасить снова всех. Так, ну такое, такое на самом деле, такое. Такое. Была бы возможность еще вставлять с второго экрана, все, тогда еще, может быть, было бы прикольно как-то. А так, конечно. Ну так, такое. Надо будет глянуть, может ли он вообще записывать видео хоть какое-нибудь. Хотя вряд ли, у него просто мощности не хватит. Да ладно, уже 29-й ранг. Что за новинка? А, быстрое мышление. Вот это лагучая фигня, да? А что это? Кто это вообще? Третий. Тринити? Тринити так все собирают? Кучку. Пойдем соберем, что тут есть вообще. Глянем, может что выпало, может и кристалл аргона теперь валяется. Хотя это вряд ли, я думаю. Ну давайте вылазить. Что это произошло? Всех стягивает туда. Нормальненько, удобненько. Угарно всех тянет. Зачетная тема. Похоже, что это вабан такие подкидывает, не? Что там, что-нибудь выпало интересное? Нигде, да? Зачем так далеко всех убивать-то? Так, давай, пока волна сменяется, мы-ка быстренько все подберем. Так, встали обратно. Одели ближку, отлично. Замечательно, замечательно, замечательно. Так, а какой ранг получается уже?
13-14. Кстати, что-то мало опыта приходит. Как мне кажется. Почему, интересно, с чем это связано? В принципе, на самом-то деле, как вариант, если был бы вторым бы Игнис, то можно было бы спокойно стрелять прямо с двух аккаунтов, то есть также сверху встать и также прицеливаться просто. Чертеж Оберон, что было бы просто офигетительно, как второй этот. Чертеж Оберон, отлично. А чё, все остаются? Ну давай продолжим, ладно. Так. Сейчас соберем, что здесь все выпало. Ну окей, допустим. Продолжаем веселье. В принципе, на выживание получается, можно постоять. В теории-то. Но на выживание, мне кажется, самое удобное это Лимба. Вообще будет удобно, потому что он типа и спасать будет, если что, уведет в другое измерение. Что как бы около идеально было бы. Оберон система, подожди, опять что-то новенькое от Оберона. Давай-ка я все соберу. Нейрооптика и Оберон там еще. То есть, в принципе, короче, грубо говоря, практически готов нейрон. Оберон. Будет смешно, если, короче, за один заход получить Оберона. Просто с Обероном в этом сконцентрированный разгон. Так, только дайте мне выйти. Не надо меня убивать, пожалуйста. Будьте добры. Оставьте меня в покое. Так, ладненько. Значит, тут повыпадало куча всего, надо собрать. Что-то я не видел, чтобы... Да, точно выпал Оберон. Ну что, весь Оберон выпал? Ну-ка, отвалили нафиг отсюда. Все. У нас максимальный ранг миссии Вуконга. Достаточно быстро, я бы сказал. Ладно, сейчас пробежимся по кругу, просто соберем. Мало ли, я что такое не заметил интересное. Так, окей. Ну смотри, можно получается стоять в два лица, я бы так это назвал. Единственное, мне интересно, что в итоге можно обменивать. Ресурсы можно обменивать. По-моему, ресурсы нельзя обменивать в торгах. Если мне не изменяет память. Вроде бы их нельзя было передавать. Игнис, подходите, умирайте. А вот зачем они, кстати, идут, если они знают, что они подойдут, и типа все. А, то есть теперь можно, короче, одновременно смотреть всю эту... всю информацию, и при этом спокойненько еще и отстреливаться.
Так, какая-то у нас волна 18. Ну, сейчас, короче, доходим эту волну, и тогда на этом все. Так, ладненько, соберем-ка все тут. Кристалл аргона еще один надо собрать. Так, отлично. Будь добр, кристалл аргона. Верните мне. Отлично, два кристалла аргона. Нужен еще один будет. Ладно, так и быть, возьмем. А, то есть, короче, этот растет только после максимального левела, понятно. Откуда вы здесь? Вы же все пробрались-то. Серьезно, так медленно качается, прям смех. В принципе, надо делать наоборот. Ну как наоборот? Надо ставить, короче, в оборону Вуконга. Вот этого. Брать ближку. Какую-то, которая максимально защищает. Отражение брать какое-нибудь. И за счет этого, короче, спокойненько себе заниматься веселухой. То есть, короче, ставить этого, получается, в пассив. Короче, надо просто делать траву Вуконга, походу. Потому что более удобная, чем Вуконг, по-моему, нету почти фрейма. Ну вот так, короче. Такая вот бесцветная. Потому что нет цветов, нифига. Но надо сказать, что Майк поинтереснее, ну, по крайней мере, на первый этот этап была чуть поинтереснее, чем Вольт. Тот же, например. Прямо перед лицом стоял, нормально. Все, 20-е. Типа, до свидания. Ну, мы выходим. Все выходит, отлично. И сколько же мы баблишка получили? Так, чертеж, Оберон система, Оберон нейроптика. А, две системы. Интересно, у меня каркас остался. Чтобы скинуть. Так, ну реликвии понабрали, два кристалла аргона, что в принципе мало. Достаточно. Так, сколько кредитов, мне интересно. Ну-ка, 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 где кредиты? 39 тысяч. Странно, главное, у Мэг меньше, у нее 26 всего. Но все равно нормально, все равно нормально, все равно нормально. Так, Оберон, 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 Оберон. Хотя, в принципе, ладно, это, наверное, может быть за кадром сделаю тогда уже. Спасибо за просмотр, ставь лайки, подписывайся, пиши комментарии. И вот, ну да, вот такой вот маленький эксперимент был в виде такого вот формата. Ну, не знаю, получилось, нет, посмотрим. Пока-пока.